Я нахожусь в Москве возле метро ВДНХ. За моей спиной музей космонавтики. Вот. Сегодня воскресенье, третье воскресенье месяца. И вот музей бесплатный. Смотрите, сколько желаешь туда попасть. Вот такая вот очередь от входа, и она тянется в ту сторону на много метров. И такая картина, в общем-то, каждое третье воскресенье месяца, когда можно пройти, не покупая билет, вот столько желающих попасть внутрь, посмотреть. Большая часть, я думаю, это гости столицы, которые приехали сюда на выходные. Я на него смотрю.